мы же пара. Че ты молчишь? Че улыбаешься? Привет. Молчи. Смотрите, у меня тут моя девушка. Как думаете, кто это? Че за... Так лучше. Все хорошо, я в Питере со Светой. У нас огромная кровать. Взяла все, вспомнила. В смысле? Это ты с кем? Это я со своей девушкой. Неожиданно, правда? Вообще. Это Катя Клэп пишет. Да. Покажи Свету. У кого ночуете? В отеле. Мы нашли отель, все хорошо. Зачем я приехал в Питер? Свет, зачем мы приехали в Питер? Погулять. Да, погулять, пока у нее выходные. Потому что скоро 8 марта, поэтому выходные. А Ларин как же? Ну, Ларин это... Ну, кто же, конечно. Но, да, вот, но так случайно вышло. То есть изначально мы уже купили билеты, когда Версус был еще 28 февраля. И только потом стало известно, что 6 марта, что нам так совпало. Так что я рада. Я, кстати, там буду. Угу. Откуда родом? С Москвы, но сейчас мы в Питере. Смотрите, как висок, который вообще надо будет выпрямить волосы, что-нибудь с ними сделать, это пипец какой-то. Я ничего не могу вам сказать, сорян. Да, идешь, идешь. Ларин, конечно же. Спасибо. Спасибо. Ну-ка, хоть посмотрим на себя на свет. Ну, я думаю, сойдет. Покатит, да? Да, снимаю влог. Уже с того момента, как мы только были на вокзале еще вчера. А, ну вообще сегодня, но как бы это было ночью, и можно считать, что вчера. Да, да, да. А какие еще? Привет. Да, здорово. Но это не мой дом. Да, коренная москвичка. Сейчас мы пойдем кушать фалафель. Куда не скажем. Вот. Насчет встречи мы подумаем. Потом, наверное, мы скажем, где мы будем, чтобы вы смогли подойти, но пока нет. Когда выложу влог, когда приеду в Москву и все смонтирую, тогда выложу. Отведет кого куда? Кого куда он отведет? Да, хной. Я в кроватке. Ай! Это было жестко. Ну ладно. Смотрите, я в малине. А вы? Ладно. Вас на фалафель пишут. Ну знаете, фалафель без мяса. Да. А, к сожалению, мы мясные. Мы не состоим, к сожалению, из того, из чего. Да, мы не состоим из бобов. Да. Так уж получилось. Я со своей девушкой. Да просто блеском их накрасила. Чего вы привязались-то опять, а? Не надо. Че, по инету? Здесь все хорошо. Лучше, чем у меня дома. Конечно, есть. Вот сидит. Зачем поехал в Питер? Я же говорю, у Светы каникулы. И мы решили погулять. Каникулы. И так, ну, грубо говоря. И так свершилось, что еще... И Версус, ну и Ларин. Так что. Кстати, мы будем, наверное, почти всю ночь гулять сегодня. Если вас мама отпускают, ищите. Чего? Чего? О, нифига себе, поворот, у Милены появилась девушка. Поздравляю. Да она у меня с рождения была. Она не появлялась и не исчезала. Я парень. Свет. В смысле, я парень? Ну, сегодня целый день ты увидишь, как парень. Ясно. Ясно. Ну, в смысле, ведешь, как парень, себя. Поняла, да? Мне 18. Я пришла запрямиться. Ну, давай быстро. А я уже... Вон он включен, на полу.
Ой, у меня хрустнула спина. А у меня порванный носочек, смотрите. Роза. А ору как пташка. Комнату я вам еще во влоге покажу, но как-то так. Это кто? Смотрите, кто это? В смысле, иди. Иди, она мне говорит. Ей 19. Тебе же 19, да? Мне же да. Обалдеть. Ей 19, хотя бы одного года. Нет, я не лесбиянка. Вот как. У меня есть девушка, но я не лесбиянка. Все поняли. Да вот, смотрите. Смотрите. Да ведь из окна, но здесь так, двор просто и площадка детская. У меня карандаш от MAC OG, еще и сверху блеск в карандаше тоже от MAC, который называется My Flip Side. Кажется, да. Но вы его больше нигде не найдете, это была лимитированная коллекция, так что... Намазала от души. И внизу еще стрелки начертила. Такая типа киса. Но я старалась, по крайней мере. Кстати, знаете, чем стрелки рисовала? Я забыла подводку и рисовала... карандашом, ну, фломастером для бровей. Где ты, спрашивают? Ну, ребят, ну, вы знаете, что если все сюда прибегут, меня отсюда сразу выселят. И меня. Ну, блин, мне так нравится. Не нравится, не смотрите. Я захотела, я сделала. Ясно? Да, немножечко болею. Ну так, совсем чуть-чуть. Мы просто сейчас снимались на снегу опять. Что-то у меня постоянно съемки какие-то холодные. Ну а я зато свету в это втянула, нормально. Все, ладно, ребят, мне пора идти. Но я еще постараюсь зайти из какого-нибудь кафе или чего-нибудь такого. Хорошо, просто нам нужно уже собираться и идти кушать. Мы очень голодные, мы очень замерзшие. Так что все. Пока. Спасибо, что смотрели и лайкали.